Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Valabha Giriva Radha Hari Jaya Gopijana Valabha Гривараджари, Яшодананда, Враджа Джанаранджана, Яшодананда, Враджа Джанаранджана, Ямунатира, Ванначари, Ямунатира, Ванначари, Джайо Радха Мадхава, Кунджа Вихари, Джайо Радха Мадхава. Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vannachari Yamunatira Ваначари, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya
Prabhupada jaya Prabhupada jaya Prabhupada Srila Prabhupada jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada jaya Gurudeva jaya Gurudeva jaya Gurudeva Srila Gurudeva jaya Gurudeva 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 jaya Gurudeva Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharya Shtotatarashta Shishimata Chabaktividanta Swami Shila Prabhupada Kijay Ananta Koti Vaishnavarina Kijay Namacharya Shila Haridasta Kurkijay Premsekho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Kijay Shishi Radha Krishna Gop Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Gavardhan Kijay Shri Vrindavan Dham Kijay Shinada Dvipmahipur Dham Kijay Shri Jagannath Kapuri Dham Kijay Гангамай Мунмай Киджай Тулси Деви Бхакти Деви Киджай Саммаветта Бхакта Вринда Киджай Гоур Премананде Хари Хари Вол Слава всем собравшимся преданным! Вся слава Шри Шри Гуру и Шри Гуранге Джай Шри Шри Гуру Гуранга Джай Шри Шри Гуру Гуранга Джай Шри Шри Гуру и Гуранга Джай Шрила Прабхупад Хари Кришна, дорогие преданные, фестиваль продолжается, четвертый день, и тема сегодняшнего дня – это как остановить деградацию в обществе или зачем поливать корень. Сегодня мы изучаем четвертый текст, первая глава, первая песня, вопросы мудрецов. Так. Прочтем санскрит также. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Наймише нимишакшетре шаях шауна кадаях. Сатрам сваргая локая сахасра самама сатам. Наймише. В лесу Наймишаране. Анимишакшетре. В месте, которое особенно дорого Вишну. Не опускающему век. Ршаях, мудрецы, Шаунака Адаях, во главе с мудрецом Шаунакой, Сатрам, жертвоприношение, Сваргая, Господь, прославляемый на небесах, Локая, и для преданных, которые всегда с Господом. Сахасра, тысячу. Самам, лет. Асатам, совершали. Перевод. Его божественной милости, Ачхе Бхактивиданте Свами, Шрила Прабхупады. Однажды в святом месте, в лесу Наймишаранья, собрались великие мудрецы во главе с мудрецом Шаунакой, чтобы совершить великое тысячелетнее жертвоприношение для удовлетворения Господа и Его преданных. Комментарий. Три предыдущие шлоки служат вступлением к Шримад-Бхагаватам. Теперь же раскрывается основная тема этого великого произведения. После того, как Шрила Шукадева Госвами впервые изложил Шримад Бхагаватам, он был повторен,
в лесу Наймишаранья. Вайвия Тантре говорится, что Брахма, конструктор нашей Вселенной, представил себе огромное колесо, способное охватить ее всю. Ступица этого громадного круга находилась в определенном месте, называемом Наймишаранья. Лес Наймишаранья упоминается также в Варахапуране, где говорится, что жертвоприношение, совершенное в этом месте, уменьшает силу демонических людей. Вот почему для проведения подобных жертвоприношений брахманы предпочитают Наймишаранью. Преданные Господа Вишну совершают различные жертвоприношения, чтобы доставить ему удовольствие. Преданные всегда привязаны к служению Господу. Падшие же души привязаны к наслаждениям материального бытия. В Бхагавад-гите утверждается, что любое действие в материальном мире, не имеющее целью удовлетворить Господа Вишну, еще больше порабощает человека. Поэтому все действия рекомендуется совершать как жертвоприношение для удовлетворения Вишну и его преданных, что приведет ко всеобщему миру и благоденствию. Великие мудрецы всегда заботятся о благе всех людей, поэтому мудрецы, возглавляемые Шаунакой и другие, собрались в священном месте Наймишаранья, чтобы совершить непрерывную цепь великих жертвоприношений. Забывчивые люди не знают верного пути к миру и процветанию, но мудрецам он хорошо известен. Поэтому, заботясь о человечестве, они всегда стремятся действовать так, чтобы принести миру мир. Они искренние друзья всех живых существ, и потому, невзирая ни на какие лишения, на благо всех людей постоянно служат Господу. Господь Вишну подобен великому древу, полубоги же. Люди, ситхи, чараны, видятхары и другие живые существа ветвям, побегам и листьям на нем. Если поливать корень дерева, то все остальные его части также насытятся водой. Лишь отрезанные ветви и листья не будут при этом удовлетворены. Со временем они засохнут, сколько бы их ни поливали. Человеческое общество, оторванное от личности Бога, подобно отрезанным ветвям и листьям. И тот, кто пытается их орошать, напрасно тратит энергию и средства. Современное материалистическое общество утратило свою связь с Верховным Господом, и все планы правителей атеистов на каждом шагу терпят крах. Но и это не может пробудить их ото сна. В этом веке предписанным методом пробуждения является совместное воспевание святых имен Господа. Этот научный метод дал Господь Шри Чайтанья Махапрабху, и разные люди могут воспользоваться его учением, чтобы обрести истинный мир и благоденствие. Шримад Бхагаватам поведан с той же целью, и ниже это будет объяснено более подробно. Омагьянтимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмилитам ена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манопиштам стапитам ена бутале сваям рупам кадамахьям надати сва падантикам ванчакалпатарупьяща крипасинхубья эвача патитанам паванебьо вайшнавебьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гур Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатяде Шатарине Итак, в один из дней, выполнив свои утренние обязанности, однажды в святом месте в лесу Наймишаранья собрались великие мудрецы во главе с мудрецом Шаунакой, чтобы совершить великое тысячелетнее жертвоприношение для удовлетворения Господа и его преданных. Так, Шрила Прабхупада говорит, что первые три шлоки – это введение. Мы можем вспомнить
что в этих шлоках было, как раз, ну, очень бегло. В первой шлоке Шрила Вьясадева утверждает авторитет Шри Кришны Васудевы, утверждая его верховной личностью Бога и приводя определенные доводы и аргументы. Во второй шлоке Шрила Вьясадева говорит о том, что Шримад Бхагаватам не имеет никакого отношения к этому материальному миру или к исследованию этого материального мира, а является квинтэссенцией всех вед, которые описывают законы материального мира, но также и законы, по которым можно, живое существо может вернуться назад домой к Богу. Так вот, Шримад Бхагаватам как раз является средством возвращения живого существа домой, назад домой к Богу, описывая игры, качество, имя и форму верховной личности Бога. И в третьей шлоке мы очень подробно разбирали и говорили о вкусах или расах взаимоотношения с Богом, о том, что Шримад Бхагаватам дает вкус, который в результате позволяет живому существу вернуться назад домой к Богу. И непосредственно с 4 стиха начинается разворачиваться повествование, да, повествование, которое относится к 5000-летней давности. На стыке веков, на стыке Двапар-юги и Кали-юги, вот, 64 тысячи мудрецов, представлявших разные направления ведической мысли, то есть фактически каждый из мудрецов это был отдельным направлением со своей концепцией. И, безусловно, если бы они попытались все вместе обсудить, что есть благо, выслушав каждого по очереди, то, наверное, они совсем бы запутались и начали вот, как бы спорить, приводить определенные аргументы в ведах. Потому что трактовка вед, вернее, веды трактуют по-разному. И используя прямой смысл, и косвенный смысл, наглядный тому пример – комментарии линии или школы Шанкарачарьи к Веданта-сутре. Когда прямое значение вед просто отвергается, но используются какие-то домыслы и так далее. То есть веды, точнее Веданта-сутра или естественный комментарий Шрилы Вьясадевы к Веданта-сутре однозначно утверждает, что между живым существом и Богом есть разница. То есть да, качество, качественно живое существо и верховная личность Бога равны, но количественно, безусловно, огромнейшая разница, подобно тому, как свет сравнивается с, вернее, солнечный свет сравнивается с живыми существами, а само солнце с Бхагаваном. Вернее, Бог солнца с Бхагаваном и сама форма солнца, как планета, с Брахманом. И таким образом школа Шанкара, она утверждает, что все едино. Школа Шакти Паринама Вады утверждает, что есть одновременно единство и различие. Мы об этом тоже говорили во втором стихе, обсуждали этот вопрос. И эта школа или вот эта философия одновременного единства и различия, она позволяет, вернее, она отвергает и дуалистическую, и монистическую концепцию, да, что все едино, или что живое существо никоим образом не связано с Богом. Да. В этом стихе мы поговорим о вообще том, чем занялись мудрецы, для чего они собрались на тысячелетнее жертвоприношение. Ну, собрались бы, поговорили, обсудили, что является вообще благом. И мудрецы, они были осведомлены очень хорошо. В Пхавишья Пуране описываются все будущие и все грядущие события. Но поскольку ведическое время, оно имеет циклическую форму, то можно понять, что за золотым веком следует серебряный, за серебряным золотой, после, вернее, за серебряным бронзовый, за бронзовым железный, и потом опять золотой и так далее, поскольку циклическая структура времени. Поэтому Пхавишья Пурана, она описывает то, что уже было, с одной стороны, в прошлые Кали-юги, а с другой стороны, то, что будет в эту Кали-югу. Она, конечно, описывает определенные ключевые параметры. Она, например, в описании Кали-юги в Пхавишья Пуране говорится, что страшные времена придут.
И на самом деле мы видим, что эти предсказания уже сбываются, хотя прошло всего лишь 5000 лет. Кали-юга вошла в свои права с уходом Кришны. Как только Кришна Васудева покинул этот мир, Кали начал свою деятельность. Махарадж Парикшит, последний, по всей видимости, из царей, принадлежащих к династии, Пандов, это внук Арджуны, сын Абхиманию, которого спас в чреве матери Утары сам Кришна, когда Абхиманию, когда сын Дроначарьи. Ашватхама намеревался убить, отомстив за смерть своего отца, намеревался убить всех пандавов, и в том числе всех детей пандавов и неродившихся детей, то он сгенерировал направленный ядерный взрыв. Науке сейчас неизвестно такое. То есть сейчас ядерная энергия, она, в общем-то, в виде взрыва, она не контролируется. Ее нельзя направить в одну точку, в какую-то. Но раньше такое было возможно. Некоторые воины, они обладали таким оружием. И вот, в частности, сын Дроны, он владел таким оружием. Он смог сгенерировать этот ядерный взрыв, ну, там, расщепив атомы, я не знаю, еще что-то. Как-то. И при этом направив это все в одну точку. И этой точкой было, так сказать, чрево Утары, в котором уже в виде плода, еще не вполне созревшего, но уже осознавшего, по-моему, 7 месяцев или было, ну, то есть уже сознание было у Махараджа Парикшита, потому что когда этот взрыв взял на себя Кришна Васудева, войдя в чрево, значит, своей экспансии, как параматма, защитив от этого взрыва, то Махараджа Парикшиту было четко видно, было ясно видно, что какая-то личность, сияющая личность, очень красивая личность, она взяла весь этот удар ядерного взрыва, можете себе представить, взяла на себя. То есть он видел, и потом в течение всей жизни он искал эту личность, искал везде, спрашивал у святых, спрашивал у мудрецов. Он правил царством в течение долгого времени, и однажды, когда он отправился, по всей видимости, или на охоту, или, может быть, осматривал свои владения, он увидел очень страшную картину. Он увидел, как один черный человек, но одетый как царь, как кшатрий, он просто измывался над быком. Он фактически перебил ему 3 ноги и собирался перебить 4-ю ногу, просто хотел отрубить эту ногу. И царь Парикшит, поскольку он царь, он, его обязаны защищать все живые существа, тем более коров и быков, которые являются олицетворением матери коровы и олицетворением дхармы, религии, бык. То есть фактически вот этот, то есть то, что совершал вот этот черный человек, это было каким-то непонятным явлением. То есть вместо того, чтобы защитить животное, он практически измывался над ним, нарушая принцип ахимсы. И, казалось бы, все очевидно, но царь Парикшит, он не стал сразу, что называется, наказывать этого царя, потому что нужно было разобраться. Царь, он защищает всех, каждого, и, возможно, он допустил, что, может быть, это какой-то демон, принявший форму быка, или такое бывало. И он задал вопрос: кто ты? Ты одет как царь, но ты действуешь неподобающим образом. Объясни мне, в чем проблема, собственно говоря. И Кали честно признался. Он сказал, что я Кали. Здравствуйте, очень приятно. Вот, это бык. Так сказать, он олицетворяет дхарму. Вот 3 ноги я уже подбил. 4 столпа и 4 ноги дхармы символизируют чистоту, милосердие, аскетизм и правдивость. И вот 3 ноги, которые символизировали чистоту, милосердие и аскетизм, Кали уже, так сказать, подбил. И этот принцип века Кали, век Кали остается только один столб, на котором держится религия или дхарма, это правдивость. Если мы проанализируем
это высказывание, то мы поймем, что действительно чистоты сейчас нет в обществе. И вот эта оторванность от Бога, которая, о которой говорит Шрила Прабхупада, она запутывает людей и дает возможность майе, иллюзии окутать сознание человека полностью. Нет чистоты, потому что какие-то такие вот бравые поступки даже президентов страны, я имею в виду американских президентов, да, в случае с Клинтоном, они считаются даже чем-то таким возвышенным. О, настоящий мужчина, ну, хрибол. Нет чистоты в обществе, нет. Общество в Кали-Югу теряет целомудрие. Одежды женщины, так сказать, становятся меньше. Как Бхакти Тирта Махарадж говорит, что такое чувство, что девушка вот только что вышла из душа, то есть так они одеваются сейчас в основном. Реклама пестрит обнаженными телами. Нет никакого понятия о чистоте даже. Аскетизма, ну что вы, боже упаси, какой аскетизм? Ну, кто сейчас... Ну, да, мы видим такой вот, может быть, аскетизм в гуне невежества, когда люди привыкли вставать рано только для того, чтобы заработать деньги или наслаждать свои чувства. Вот такой аскетизм присутствует, да. Для того, чтобы наслаждать чувства, люди идут на большие аскезы. Но для того, чтобы практиковать самоосознание, боже упаси, какой аскетизм? Где эти йоги, да, которые... так сказать, совершают вот эти тысячелетние жертвоприношения. Аскезы нету. Человек очень слаб. Мужчина становится в Кали-Югу как женщина, женщина как мужчина, и никто не практикует аскезы, добровольно принятые на себя. Что касается милосердия, то мы видим повсеместно, да, вот эти бойни, скотобойни, и милосердие очень странным образом проявляется. Я помню, в 2002 году сюда привозили испанское шоу «Кориду». И сразу защитники животных, они стали выступать против «Кориды», они там забрасывали вот эти плакаты помидорами, там, писали письма, петиции, значит, осаждали продюсерскую компанию, которая привезла вот этих вещей. И мне довелось беседовать с одним таким человеком, я спросил. Но здесь понятно, то есть вопрос... защита животных, в общем-то, здесь понятен, хотя, с другой стороны, идет честный поединок. Есть тарадор, вооруженный пиками, есть бык, вооруженный рогами. Ну, возможно, что-то там подкалывают этим быкам, я не знаю. Но, по крайней мере, это, ну, конечно, так не делают, так не поступают джентльмены. Но, тем не менее, это более-менее справедливо и честно. Но почему вы не идете и не устраиваете пикеты возле боен, скотобоин? Почему вы продолжаете сами есть мясо, не видя в этом принцип нарушения ахимсы? Если вы защитники животных, почему вы не в знак протеста не перестанете кушать мясо и не станете осаждать мясокомбинат и все остальное? Там же столько живых существ на бойне убивается ежедневно. Сейчас придумали более гуманный способ. Это если раньше били кувалдой по голове, потом с живой туши снимали кожу. Вот, обязательно с живой, ну, еще так сказать, да, чтобы оно, мясо очень быстро там синеет и покрывается какими-то вещами и так далее. То есть сейчас это используют просто электрошок. Ну да, электрошок – это более гуманный способ, считается. Почему вы не делаете этого? И вот таким образом понимается милосердие в Кали-Югу. Милосердие понимается, что дать алкоголику на похмелку – вот такое милосердие. Но правдивость каким-то образом еще ценится. То есть ее мало в обществе. Но она ценится. Правдивый человек, его называют уже святым. Практически тем, кто действует правдивым образом, ведет простой образ жизни, живет правдиво, искренне, его ценят. И он неуязвим. Человек, который правдив, он неуязвим в этом обществе, потому что это единственное качество, которое осталось для Кали-Юги. И Кали честно признался, я вот уже три ноги срубил, ну что делать? Мое время пришло, Махарадж. Ты не имеешь права меня убить, потому что я твой подданный тоже, и ты должен тоже меня защищать. И Махарадж Парикшит сказал, до тех пор, пока я правлю царством, мне плевать, Кали-Юга, не Кали-Юга, ты не будешь здесь в моем царстве, тебя не будет здесь. И тогда Кали взмолился и, опять же, апеллировал к его дхарме и сказал, ну хорошо, дай мне какое-нибудь место для того, чтобы я где-то находился, я же твой подданный, так или иначе. Ты должен заботиться о всех живых существах. Будет несправедливо. Сейчас мое время. Такова природа этого мира материального. И у меня тоже есть определенное право.
даже верховная личность Бога дала прибежище Папа Пуруши или греху, обитель, ну, вот этому проявлению греха в зернобобовых выкадыши. Но почему ты мне не можешь дать прибежище? Он сказал, хорошо, я тебе дам место, где ты можешь присутствовать. Это вино, это азартные игры, это незаконный секс и это интоксикация. Ну и то, что связано с азартными играми, хорошо, пусть это будет золото. Да, тогда играли на золото, там, пусть это будет золото. И Кали сказал, Харе Кришна, нет вопросов, Махарадж, мои дандаваты. И тут же вошел в золотую корону Махараджа Парикшита, тут же. И, соответственно, войдя в золотую корону Парикшита, он мог уже влиять на его сознание. И когда Махарадж Парикшит был на охоте и зашел в хижину старого брамана, чтобы испить воды немножко, то он увидел брамана, сидящего в медитации, который даже не обратил внимания на царя, потому что был в глубокой медитации, в самадхи. Махарадж Парикшит, уже будучи под влиянием века Кали, он подумал, как этот браман может не приветствовать меня, своего царя? И рядом лежала шкура змеи, или сама уже, может быть, мертвая змея, и он подцепил ее своим мечом и бросил на плечи брамана, тем самым совершив серьезное оскорбление. Сын брамана, 8-летний мальчик, когда узнал об этом, он проклял царя Парикшита. Он проклял его и сказал, подобно тому, как ты бросил змею на тело моего отца, от укуса змея ты и погибнешь через 7 дней. И по большому счету Махарадж Парикшит был праведным царем, святым царем. Он мог бы помолиться полубогам или Богу. Он мог бы совершать какие-то аскезы, чтобы избежать этого проклятия. В конце концов, он мог бы попросить прощения у брамана, ну, собственно говоря, что он и сделал. Но он не попросил отменить проклятие. Почему? Потому что он видел промысел Божий, и чистый преданный, такова их природа, они во всем видят промысел Божий. Мы знаем, что Бхактитирта с вами, например, когда оставлял тело, он очень четко осознавал, что это желание Прабхупады, что Прабхупада призывает его для проповеди, возможно, в других каких-то мирах, вселенных и так далее. И чистый преданный видит во всем возможность для самоосознания. То же самое сделал Махарадж Парикшит. Он отправился на берег Ганги для того, чтобы поститься, молиться и слушать наставления мудрецов, чтобы подготовиться к смерти и оставить этот мир достойным образом. И таким образом ему он был очень удачливой душой и Сута Госвами, о котором, не Сута Госвами, а Шукадева Госвами, сын Вьясадева, о котором мы уже говорили на прошлой лекции, он давал в течение 7 дней, давал наставления Махараджу Парикшиту, отвечая на его вопросы, таким образом поведав всю Шримад-Бхагаватам. В том собрании мудрецов, которые присутствовали там же, где был Шукадева Госвами, был и Сута Госвами, которому сейчас в лесу на Мишаране вот, мудрецы и предложили вот, возвышенное место и, так сказать, невозможность, а обратились к нему с просьбой дать им наставление по поводу века грядущего. Итак, в Бхавиши Пуране описываются многие вещи, и с наступлением века Кали происходят страшные вещи, такие как убийство коров, убийство детей, еще не родившихся, разврат, увеличение числа там, абортов, разводов, все это описывается, вплоть до того, что к концу Кали-юги, в Бхагавадгите Пуране говорится, продолжительность жизни будет составлять всего 7 лет. За одно слово «Бог» будут просто убивать, распинать без суда и следствия. Святые, говорится, даже те, которые отважатся прийти в этот мир для того, чтобы давать послание Шримад-Бхагаватам, людям века Кали, потому что Кришна никогда не оставляет материальный мир, даже в Кали-югу не оставляет без святых, без своих преданных. Святым будет очень сложно, они будут сами теряться в заблуждении, сила иллюзии будет настолько могущественной, что даже мудрецы не будут все до конца следовать
тем правилам, предписаниям, установленным шастрами. Такова Кали-юга, где матери будут поедать своих детей. Вот такие страшные вещи описываются. И, конечно же, мудрецы, собравшиеся в лесу Намишарани, в этом священном месте, в месте, которое по описанию Шрилы Прабхупады и по описанию шастр, на который ссылается Шрила Прабхупада, дает максимальный эффект снижения влияния Кали-юги и снижения демонических влияний, демонических людей. Конечно же, мудрецы не могли безучастно отнестись к этому всему. Они понимали, все, Кришна ушел, и с уходом Кришны ушло все. Ушла династия Ядовов, ушел Баларам, ушли все Пандавы, ушли в Гималаи, Арджуна потерял свою силу. То есть этот мир четко символизировал о том, что время хоть какой-то благостью ушло. И мы с вами, вот такие неудачливые души, жители Кали-юги, вот, так сказать, можем наблюдать все то, что сейчас происходит. Мудрецы были серьезно озабочены, и они решили проводить целую цепь жертвоприношений в течение тысячи лет. То есть тысячи лет, но поскольку не было глубокого и четкого понимания того, что же является благом для живого существа, то они решили обратиться к Сута Госвами, участнику вот той встречи на Ганге, да, когда Шукадева Госвами поведал Шримад Бхагаватам, и они попросили ответить его на вопросы, на свои вопросы. Дальше мы будем это разбирать. И жертвоприношение, как говорит Шрила Прабхупада, это единственный способ, который позволяет снискать милость или снисхождение Бога, защиту Бога. Жертвоприношение – это авторитетный метод, который позволяет изменить ситуацию в принципе. Может быть, в силу, так сказать, вида жертвоприношения вплоть до, скажем так, такой паузы в Кали-юге. То есть это возможно. И такая пауза, она была сделана 500 лет назад. То есть такой вот стоп и плей, да? Вот была такая пауза, 10-тысячелетняя пауза, она была сделана, и была сделана благодаря фактически тому, что случилось 5000 лет назад. И 500 лет назад, когда сам Господь Кришна явился в образе Господа Чайтаньи, Он собственной рукой нажал на эту паузу Кали-юги. То есть сейчас на тонком уровне начинается Золотой век, который продлится 10 тысяч лет. И Шрила Прабхупада, когда он говорил о важности своих книг, он сказал, что мои книги будут актуальны и будут наставлениями для этого мира в течение 10 тысяч последующих лет. То есть сейчас начинается золотое вкрапление или Золотой век, сатья, юга, которая вкраплена в Кали-югу. И после того, как эти игры Господа Чайтаньи, которые начались 500 лет назад, завершатся через 10 тысяч лет, у людей не останется никакой надежды, никакого шанса. Поэтому общество сознания Кришны – это движение, которое основал Шрила Прабхупада, житель духовного мира и спутник Господа Чайтаньи, оно предназначено или создано для того, чтобы остановить деградацию века Кали, остановить его вот на эти, как минимум на эти 10 тысяч лет, повернуть его вспять. И жертвоприношение, как Шрила Прабхупада говорит, все, что мы не делаем в этом мире, должно являться жертвоприношением Бога. В противном случае, когда мы теряем связь с верховной личностью Бога, мы становимся неполноценными сами в себе. И мы уподобляемся тем листьям, которые опадают с веток и просто засыхают. И попытки поливать вот эти листья каким-то образом, там через интоксикации, через азартные игры, через какие-то вещи, связанные с супернаслаждением чувств, они не дают никакого результата. Мы очень подробно разбирали позавчера о том, что как только человек выбирает путь наслаждения чувств, он тут же сталкивается с страданиями, тройственными страданиями этого мира. Но даже, говорится, что даже если у него все в порядке, а вот с этим,
Да, вот, ну, ну, не страдает он ни от собственного ума, ни от собственного тела, ни от собственной жены, ни от собственного мужа. Ну, может, ну, может быть такое вдруг, да, случится. А, это как один санкиртанщик, он рассказывал историю о том, как он распространял книги в богатом месте таком. И какой-то очень богатый человек открыл ему дверь в золотой цепочке, такой армянин был. И он сказал: «Эй, скажи, зачем мне нужны эти книги? Да если ты скажешь, может быть, я куплю». «Но вы же страдаете». «Я страдаю? Ну-ка, зайди ко мне, давай я тебе покажу, как я страдаю». И он зашел, сделал ему экскурсию, там множество картин висело, несколько этажей, какие-то там... В общем, ну, по всему было видно, что как бы не тот адрес, наверное. То есть человек явно не чувствует себя страдающим. И, по сути дела, у этого санкиртанщика, у него, он 2 недели не мог выходить на санкирту, потому что он не мог понять вообще, ну а для чего тогда? Ну действительно, этот человек не ощущает себя страдающим. И однажды Шрила Прабхупаде тоже задали такой вопрос: «Свамиджи, но, ну понятно все, ну что вы, вот мне кажется, вот эта мантра, то, что вы говорите, нужно воспевать, то все, ну как-то вот, ну мир сейчас уже изменился, ну что вы все, так сказать, как-то настаиваете на этом». Это был индиец, какой-то индиец, может быть, Смарта Брамман или еще кто-то. «Надо изучать веды, надо то, надо все». Тогда Шрила Прабхупада очень пристально посмотрел на него и сказал: «Ты хочешь заново родиться, Свамиджи?» А, нет, не так, он сказал: «Ты хочешь умереть, Свамиджи? Ну, ну что вы начинаете опять давить на меня? Ты хочешь умереть? Ты хочешь умирать? Свамиджи, ну кто хочет умирать? Понятно, что никто не хочет умирать. А может быть, ты хочешь стареть? Свамиджи, ну, ну что вы сейчас начинаете меня ставить в логический тупик? Да, не хочу я стареть. Но может быть, тебе нравится болеть? Тогда скажи, может быть, тебе нравится болеть? Ты испытываешь огромное счастье от того, что болеешь? Нет. А может быть, ты заново хочешь родиться?» Он совсем опустил голову, это индиец. Он говорит: «Тогда замолчи и повторяй Харе Кришна мантру». Так жестко достаточно. И мы понимаем, что даже если так случится в нашей жизни, что нам не будет сжигать мозг наш близкий человек, нам не будет причинять беспокойство наши зубы, уши, желудок и все остальное, ну вдруг, нас не будут кусать комары, может быть, наш дом не подвергнется ни пожарам, ни наводнениям, ни землетрясениям, что тоже возможно, то все равно мы не избежим 4 вещей. Рождение, старость, болезни и смерти. И все эти 4 процесса безумно больны, болезненны, особенно для материалистов. Таким образом, когда мы отрываем себя от Бога, то мы уподобляемся вот этим опавшим листьям, которые засыхают мгновенно, и нет никакого смысла поливать их. Но преодолеть вот эти 4 вида страданий и 3 вида тройственных страданий нам позволяет духовный путь, поведанный в Шримад-Бхагаватам. Те 9 процессов преданного служения, которые описываются в Шримад-Бхагаватам, и 3 главных из них – Шраванам, Киртанам и Смаранам. Повторение, прославление, слушание и памятование. Вот эти 3 важных аспекта. В Кали-югу говорится, Шрила Прабхупада постоянно говорит, что нет уже той чистоты, с которой можно было бы проводить те жертвоприношения, которые проводили 5000 лет назад. Иногда людей смущает то, что это жертвоприношение коня, например, или коровы даже. Подождите, корова – священное животное, как-то какая-то несостыковочка, да? Но Шрила Прабхупада объясняет, что тогда чистота мантр была настолько, то есть мантры настолько чисто произносились санскритские, что, чтобы проверить чистоту этих мантр, так сказать, вот фактически приносили в жертву либо быка, либо коня, и все присутствующие видели, как это животное получает новое тело. И тогда все понимали, да, жертвоприношение удалось. Но со временем, с наступлением Кали-юги, уже чистота мантр ушла. И именно поэтому Кришна приходит как Будда и отвергает авторитет вед. Он говорит: вы просто, то, что вы делаете, это просто барбекю.
Вы просто шашлык себе готовите. Это не является уже никаким кошерным мясом, никаким жертвенным мясом. Вы просто едите и удовлетворяете свои, так сказать, чувства. И он, ему удалось это сделать. Он отверг авторитет вед, и буддизм проповедует ахимсу. И жертвоприношения прекратились. Сейчас нету жертвоприношений. Мы видим именно жертвоприношений коня или коровы. Мы видим, что Иисус Христос сделал то же самое. Последней жертвой или последним агнцем, который иудеи приносили в жертву, был сам Христос. После этого все жертвоприношения прекратились. Агнцев, маленьких вот этих овчат, козлят или как их там называют. Вот. Но они прекратились. И сейчас, например, в православии вы не сможете там, зайти в церковь, например, с колбасой или сосисками, все, что может содержать кровь. То есть вход запрещен абсолютно точно. Потому что Новый Завет – бескровный завет. И таким образом Будда, Христос, святые, они утвердили это, что теперь нету. Единственным жертвоприношением для Кали-юги рекомендуется повторение святых имен Бога. Мы видим, что в иудейской традиции есть такое повторение святых имен Бога на четках. Мы видим, что у мусульман есть повторение имен Бога на четках. Например, у Аллаха 99 имен. И никто не знает, есть ли среди них такое имя, как Всепривлекающий. Но, возможно, есть. Мусульмане говорят, ну, конечно, есть, ведь Бог Всепривлекающий. И Шрила Прабхупада в комментарии к первому стиху, он говорит, что единственное обозначение, которое может подходить к Богу или утверждать Бога, это Всепривлекающий. Потому что если какая-то личность хотя бы кого-то не привлекает, какой же это Бог? Значит, это не Бог. И Кришна сам говорит, что Верховная Личность Бога прямо или косвенно привлекает всех. Почему? Потому что Бхагаван – это значит обладатель шести достояний. Красота, еще, знание, полная красота, полное знание, сила, богатство. Это, да, шестое качество, еще – слава, богатство, красота, сила, здоровье, знание и отреченность. То есть, в отличие от нас, которые в какой-то степени могут обладать вот этими качествами Бхагавана, в какой-то степени, не в полной, Кришна, когда явился в этот мир, он все эти качества продемонстрировал. Все качества. Богатство, посмотрите. Богатство, у него было 16 тысяч 108 жен, и у каждого был свой дворец. До сих пор такого нету ни у кого. Даже у царя Брунея, самого богатого человека в мире. 16 108 жен, и у каждого свой дворец. Можете себе представить? Богатство. Знание. Сам великий Бхишма получал от него наставление. Видура, то есть те столпы, которые, они признали его, Вьясадева. Вьясадева, литературное воплощение Бога. То есть они все признали авторитет Кришны в этом. Он поведал Бхагавад-гиту Арджуне, которая передавалась по цепи ученической преемственности, еще начиная с Бога Солнца. Слава. Ну, кто может... Даже в то время слава о Кришне даже признавал Шакуни. Он говорил, и знания, да, там, он говорил, что Кришна очень хитер. Очень, он вообще, так сказать... А его прославляли на, так сказать, императором мира Юдхиштхира, провел специально ягью, на которой он хотел установить его как императором мира. Он был самый прославленный Васудева Кришна, самым прославленным был. То есть не было царя, у которого была бы слава выше, чем его. Сила. Тут уже говорить нечего. Тут он еще с младенческого возраста, он, так сказать, просто... Там демонов направо-налево, да, будучи еще там, ползая, там он в Ритрасуру, там Путану и всех остальных. Просто убивал так, играючи. И так далее. И при этом он был отреченной личностью. То есть он не привязывался, никто не знал вообще, к какой варне его относить. Родился, то есть был как бы зачат и рожден в семье кшатриев, воспитывался в семье пастухов. Потом, как кшатрий правил царством, вот. Мудрецы принимали у него, получали от него наставление, кто он вообще, браман, кшатри, никто не понимал этого. Более того,
То есть его действий, так сказать, не мог понять даже самые великие демоны, которые вот просто шли на абордаж, да, и, так сказать, армии собирали, он их разбивал, собирали, и так вот там 17 раз, к примеру, да. Кришна, его идея была такая, собрать всех демонов в одном месте и убить их. Вот просто, чтобы они пришли, сразились с ним, на Дварку нападали постоянно. Вот, собирались там 30 тысяч армии, потом заново 30 тысяч, 20 тысяч там и так далее. Вот, и он разбивал их играючи. Поэтому никто не мог, и мы, стремясь к этим качествам, мы забываем о том, о нашей связи с Богом, превращаясь в подобные листья. И для века Кали рекомендуется повторение святых имен Бога. Мы видим, что во всех традициях это происходит. Даже если взять христианство, мы видим традицию итихазма. Итихастов. Итихасты повторяют святое имя Христа, Иисусову молитву на четках, постоянно творят Иисусову молитву. У Вишну тысячи имен. Да? Одно имя Рамы приравнивается к тысяче имен Вишну, а одно имя Кришны приравнивается к трем именам Рамы, говорят об этом в Священном Писании. И великой мантрой называют мантру Хари Кришна. Поэтому Шрила Прабхупада, он говорит, что воспевание святого имени Кришны или Маха-мантры для этого века является основным жертвоприношением. Также Шрила Прабхупада говорит, что каждое наше действие, каждый наш поступок, он должен быть жертвоприношением. В одной из лекций мы, возможно, обсуждали здесь, вот на воскресной программе, и помните, мы говорили о том, что каким образом вот каждое наше действие можно сделать жертвоприношением. Ведь жертвоприношением является, по сути дела, не само действие, а наш мотив действия. И основной принцип – понять, чьи чувства сейчас мы наслаждаем, свои или Кришны. Как можно понять, чьи чувства мы наслаждаем, свои или Кришны? Во время всех жертвоприношений, если вы приедете на Кусинина, вы услышите неизменно одну фразу, которая будет всегда повторяться. Мантры могут быть разные, но одна фраза будет всегда повторяться. Идам Кришная, Идам Намама, Идам Кришная, Идам Намама. Для тебя Кришна, не для меня. Намама, не для меня. Намама – это не для меня. Идам Кришная для тебя, Кришна, не для меня. Идам Кришная, Идам Намама. И если мы делаем все с этим умонастроением, Идам Кришная, Идам Намама, а не наоборот, Идам Мама, на Кришная, да, или Идам Мамая на Кришна, что-то, я не знаю, как там на санскрите будет, то если мы делаем с таким умонастроением, то означает, что каждое наше действие, что бы мы ни совершали, воспитывали бы детей, покупали продукты, фрукты, давали Шримад Бхагаватам, слушали Шримад Бхагаватам, писали письма и размещали посты в интернет, отвечали на письма и, там, я не знаю, ездили отдыхать, если мы все говорим это, Идам Кришна, Идам Намама, и делаем это для того, чтобы Кришна был доволен нами, то значит все нормально. То значит мы еще на дереве, и поливая корень, так сказать, мы также будем, так сказать, получать все то, что предназначается для корня. И вот это... Вот этот принцип поливки корня означает, что очень множество людей, которые требуют, вернее, которые нуждаются в помощи вокруг, их очень много. И каждый раз мы видим, ой, боже, какой-то котеночек, надо его как-то там приласкать, приголубить, ой, собачка. Есть много альтруистов и таких вот людей, которые занимаются, там, кормят голубей, содержат кошек, там, поддерживают приюты для собак, помогают бездомным или еще что-то. И этот весь альтруизм, но Прабхупада называл его мирским альтруизмом. Почему? Потому что так или иначе, давая определенную заботу о теле человека, мы забываем о его душе. И Шрила Прабхупада говорит, и шастры говорят, что поливая корень дерева или принося вот это жертвоприношение, удовлетворяя чувство Кришны, автоматически каждое живое существо будет получать вот эту питательную влагу. И Шрила Прабхупада в одном из комментариев в стихах к Шримад Бхагаватам говорит, что просто начав служить Кришне, мы заметим, как вокруг нас
не останется ни одного человека, который к нам бы относился недружелюбно. Вот недавно Патит Павна, он в своей лекции он приводит пример, что если мы начинаем смотреть на Бога, то остальные люди начинают смотреть на нас. Да? Он говорит, вот встаньте, посмотрите на небо, да, и сразу вас начнут на вас смотреть. Вот. И дальше, если мы смотрим действительно на небо и пытаемся удовлетворять чувство Кришны, чувство Бога, то естественным образом все остальные, они увидят и последовательность, и преданность в нас, и захотят обладать вот той силой, которая дает вот эту преданность и служение Богу. Почему человек становится сильным, когда он связывается с Богом? Подобно тому, объяснение простое, он опять начинает получать живительную влагу. А уже получая эту живительную влагу, лист что может делать? Он может синтезировать кислород, вот это вот, и как бы даровать жизнь через кислород, даровать жизнь многим и многим. Таким образом, все, каждое наше действие должно стать жертвоприношением. Тем жертвоприношением, которое основывается на наставлениях садху или святого. Даже мудрецы, которые, казалось бы, уже полны сами в себе, знают веды, изучили, они выбрали самого разумного из себя, из друг друга, Суту Госвами, и стали задавать ему вопросы. Вот это очень, очень важный момент, потому что, найдя тот путь, на который мы встали, даже поняв, что мы уже на этом пути находимся, и поняв, что у нас есть Шримад Бхагаватам, у нас есть наставления ачарьев, у нас есть Бхагавадгиты, есть преданные, тем не менее, необходим наставник или духовный учитель, который позволит нам правильно принять, правильно действовать в этом мире в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Правильно понять ту или иную шлоку. Сегодня мы обсуждали, вот Матж Лена, она такую аналогию привела, что человек, когда он заболел, он может уже знать, куда отправиться, да, в аптеку. То есть он понимает, он идет в аптеку и начинает, там много всего, глаза разбегаются, там стоп ангина, там стрепсилс, еще что-то. Он говорит, дайте это, и все. Но врач его спрашивает, ну не врач, а фармацевт спрашивает, а рецепт у вас есть? Ну, то есть вы сейчас, что вы собираетесь? Рецепт? А зачем рецепт? Боже, а зачем рецепт вообще? Ну, вот же написано, против насморка, против ангины. А вдруг у вас какая-то несовместимость? А вдруг у вас там еще что-то? А вдруг у вас не ангина, в конце концов? Кто вам поставил диагноз? Поэтому нужен доктор, нужен врач. Нужен врач, который четко определит диагноз и скажет, какое лекарство для вас конкретно подходит. И в этом смысле мудрецы... Именно поэтому и мудрецы, что они пригласили Суту Госвами, самого величайшего из мудрецов, и стали задавать ему вопросы. Поэтому Шримад Бхагаватам это когда, то есть предполагает обязательно, что слушающие должны задавать вопросы. Поэтому вопросы. Только не говорите, что у вас нет вопросов. Вопрос. Если преданный не посещает классы Бхагаватам, потому что считает, что он очень греховный и не хочет осквернять присутствующих преданных и всех остальных, тогда вопрос, да, как же он очистится? Это просто некая рисовка, которая, которая дает возможность просто не ходить, потому что не хочется. Ну, нет вкуса, лень. Нет понимания даже того, каким образом это. Это просто некая отговорка, больше ничего. Это даже не непонимание. Потому что человек, если он встал уже на путь преданности, если он считает себя преданным и даже видит в себе какие-то греховные качества, он прекрасно знает, он читал и книги наверняка, или слышал от преданных, он понимает, что очищает нас. Садху-санга, шраванам, киртанам, смаранам и так далее. Тогда получается, чтобы не осквернять, он не будет приходить ни к божествам, ни к преданным, а будет, наверное, с пьяницами, в общем-то, общаться, потому что их уже трудно осквернить, наверное. Поэтому можно с ними общаться. Это просто отговорка. Угу. Еще вопросы? Да, поливать корень, это означает
больше. Это не просто 9 процессов преданного служения. Мы знаем о 9 процессах преданного служения. Служить божествам, воспевать совместно святое имя, повторять на четках джапа, да? Читать книги Шрилы Прабхупады, осуществлять паломничество в святые места, стать слугой Бога, другом Бога и атманиведанным полностью, отдать все Кришне. Вот девятое – это самое важное как раз. Вот отдать все Кришне – это значит и дам Кришна, и дам на мама. Что бы я ни делал, я делаю для тебя. Это означает поливать корень. То есть мы можем по-разному из разных леек поливать, но мы, да, то есть очевидно, что, может быть, мы еще никогда не вышли на уровень непрерывного и бескорыстного служения, то мы можем, ну, хотя бы так вот временами что-то делать бескорыстное, да, это означает поливать корень. Вот, мы какой-то, у нас корень, чуть-чуть листья, чуть-чуть корень, чуть-чуть листья, чуть-чуть корень, чуть-чуть листья. Но если у нас есть разум, если мы понимаем, что мы теряем, если мы начинаем поливать корень? Простите. Но если мы являемся сами этим листочком, что? Это все равно, что, знаете, вот обедать. Мы берем, руки же тоже должны иметь силу, да? И голова должна соображать как-то. Вот мы берем и втираем в голову еду, в руки. Вот это примерно то, что мы делаем. Материальная деятельность, мы втираем вот это все в руки, как Дурвасса Муни, знаете, он все втирал. Но он-то по другой причине втирал, да, чтобы спровоцировать гнев как бы хозяев. Вот. А мы втираем просто из глупости. Нам кажется, о, супер, сейчас она, рука будет. Нет, мы отправляем все в желудок. Мы все отправляем в желудок. И с этим у нас нет проблем. У нас и никто не возмущается, что а что это желудок-то вообще, да? Что это вообще? А руки, а что же, ноги, а как? Вот все. Нет, руки нормально. Не было такого, что вы ложку несете, а рука... Что это? Что это все в желудок, да в желудок? Нормально, все устроено нормальным образом. И желудок, если не будет попадать пища в желудок, все, и руки ослабеют, и ноги ослабеют. И получается, чем меньше мы поливаем, тем слабее мы. Вот и все. Это нормально. Вы увидите, те преданные, которые меньше всего поливают корень, тем слабее они. Тем более дурные глупости вот такие вот, которые я оскверню сейчас, Боже, Боже, я не приду, я оскверню. Нет, просто тебе поспать надо дольше, поэтому так и скажи. Просто нужно человеку поспать дольше, да, чтобы... Или там, я не знаю, глупостью какой-то заняться, возможно. Вот. То есть, если мы не ходим на Шримад Бхагаван, то не надо хотя бы, ну, как минимум, так сказать, приводить какие-то вот такие неразумные доводы. Вот. Либо, если это совсем неофит, то просто, ну, конечно, надо ему объяснить, что... То есть, а как тогда очищаться? Вот. Поэтому в нашем случае поливать корень, самое основное, это воспевание святого имени совместно, индивидуальная практика на четках джапа мало, следование четырем обетам, четырем регулирующим принципам и обсуждение Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиты в обществе преданных. Вот это как минимум. Ну, вкушение просада совместное, конечно, как без этого. Все остальное, если даже еще пока мы до чего-то не дозрели, то вот эти вещи в обществе преданных, обязательно в обществе преданных, уже дают нам определенные гарантии того, что мы это делаем, понимаем. А все, что остается, чтобы постоянно это делать, это просто остается изменить мотив действий, все. Более того, даже если мы не меняем мотив действий, но каждый раз, когда мы что-либо делаем, мы говорим «и дам Кришна, и дам на мама». Там, наливаем стакан водки, говорим «и дам Кришна, и дам на мама». Раз, ну, к примеру, я утрирую, ну, или там что-нибудь такое. То рано или поздно совесть или параматма в качестве совести скажет «ну, это же не «и дам Кришна». Зачем ты так говоришь? Нет, ну, Югадарма сказал постоянно говорить. Тогда... Сделай так, постоянно говори, но измени свою, как бы вот, свой мотив. Да, а интересно, для чего я могу? То есть сразу ненужные вещи отпадут. Но те вещи, которые приходится делать, они просто начнутся делаться для Кришны. И тогда мы сразу поймем, подождите, что я сейчас делаю в 12 часов ночи, ища в интернет какие-то там, я не знаю, новости или еще что-то. То есть это для Кришны я делаю или для кого? Мы сразу сможем понять, нет, не для Кришны, зачем я так делаю? Хлоп, захлопнули компьютер, все, легли спать. Для Кришны я должен сейчас уснуть, чтобы завтра быть на Шримад Бхагаватам. Вот это важно. Грантарат Шримад Бхагаватам ки! Шрила Прабхупада ки! Гаура Премананде! Хари Хари Бол! Оставайтесь с нами. У нас еще много дней. До 30 июня будет продолжаться фестиваль. И мы ждем вас здесь лично. Если вы живете в Быково, в Воскресенске, в Люберцах, но смотрите нас сейчас, найдите время и приезжайте сюда, потому что звук или обмен
который происходит на лично, присутствие лично, гораздо сильнее, чем через веб-камеру. Харе Кришна.